Привет, дорогие друзья, с вами Теспи, я играю вместе с подписчиками, и ты меня спросишь, где же подписчики, почему я на сервере один и тут никого нету, и у меня тот же вопрос, где же вы подписчики? Да-да-да, все хорошо, поздоровались, привет всем, отлично. Ну что, пошлите куда-нибудь, побродим, побегаем, посмотрим, как у нас тут. Меня тут неплохо так снабдили лутом. Ребята тут уже развивались, молодцы. Сервер изи, это значит, что тут залутаться крайне легко. И тут еще есть какие-то кит-старты. Тут у одного из нашего подписчика, одного из нашего человека, одного из человека из нашей команды есть МК2, ребята. Это ж просто эпик. Так, ну, в чат я больше говорить не буду, наверное, буду общаться так, потому что мне так будет удобнее. Давайте просто побродим, посмотрим, ведь мы можем даже кого-то зарейдить. Мы подготовились заранее с вами. На горе, там... Вау, 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 что происходит? У них тоже МК2, судя по всему. А я вижу, вижу. Минус. Да, ребята работают, мне даже, просто даже ничего делать не надо, ребята всех убивают. А, игрок отправил мне запрос на телепорт, и я его, конечно же, принял. Тебе надо будет? Не-не-не, у меня есть. Так, их можно и залутать, так-так-так. Это танк! Ребята, там танк поехал вперед! Охренеть. Мой БТР. Ребята, аирдроп! Аирдроп, он полетит куда-то туда. Сейчас посмотрим, где у нас падает он. Сбросил, сбросил. Но это далеко, ребята, не стоит, не стоит. Пошлите вперед. Да, лут у нас есть, смысл нам бежать за аирдропом, нам... Я слышал то, что тут на замке... На замке есть залутыши со своим домом. Так что... Что будьте аккуратны. Попробуем их зарейдить или что? Да, да, да. Ну, вроде замок чист. Вроде бы. Ну, не знаю. Ну, сейчас проверим точно. Это случайно... Смотрите, есть... Над замком есть какой-то дом. Ну, хрен до него достанешь. Там самолеты стоят. Да, там самолеты. Ну, как до него достать, я не знаю. Ребята, я вижу дом. Прямо за замком есть какой-то секретный дом. Да-да-да, я тоже вижу. Ребята, идем, идем, идем. Надо подождать всех. Так, давай мы напишем. Давайте напишем «Помогите, паже!» Мы рейдим дом. Локация замок. Локация замок, и мы ждем, пока все подтянутся. Нужна помощь. Нас убивают. Сейчас ребята просто все придут. Вот надо уметь привлечь их внимание. Сейчас они просто все прилетят. Ребята, прямо на замке. Чужой дом. Идем туда. Только давайте не первый, пожалуйста. Идите к нам с первой. Так, ко мне тпшится. Тэспи, а что ты будешь делать, если там не будет лута? Ой, ну и не знаю, что я буду делать. Наверное, я расстроюсь и пойду плакать. Так, смотрите, у нас такие прикольные тени через воду. У меня есть бензопила. Мы можем все-таки построить дом еще. Но все-таки давайте пвпшиться. Он зарейжен или нет? Посмотрите, есть тут проход к него? Не-не-не, он еще в норме. Он цельный, да? Вот, да, вот. На крышу можно, на крышу, поднимайся через замок. Так, у меня есть базука. Ребята, у меня есть базука, отойдите, я сейчас буду стрелять по двери. Тут мне как выйти в крышу, центр. Да у меня ракет много, ничего страшного. Ничего страшного. Потратим одну больше, одну меньше. Так, ладно, стреляю. Я стреляю, будь осторожен. Вау. Зачем? Ладно, он сейчас тпшнется. Тпа.
рецепт. Так, что за перестрелки? Ребята, что такое? Отойди, я сейчас взорву. Так, давай на четверку. Это... Так. Вот это да, ребята, вот это будет рейд. Может еще кого-нибудь закинуть? И давай сюда вот. Ой, хорошо-то, как она встала. Может, фишки не надо было бы тратить, меня и сникарем. Правда, его все равно не хватит на все. Так. Только я, блин, не помню, как. Так, давай вот так вот, да. Чтоб синим горело. Синим. Синим. Ребята, отходим, отходим все, отходим. Сейчас будет эпичный взрыв. Я даже хоум поставлю. Так. Опа, ну, что-то такое себе, да? Так, хоум мы отключаем. Ну чё, вот я бы МРЕшку взял, потому что я уже проголодался. А кто-то приехал. Ну ты посмотри. Мой БТР написан. Ребята, кто успеет сесть? У нас тут вроде еще место есть. Ну что ж, такой вот неплохой рейд вроде бы. Вроде бы. И там какой-то дом наверху, но хрен до него достанешь на самом-то деле. Вот смотрите, вот все эти ребята играют сейчас вместе со мной. Они всего лишь получили уведомление в группе в Steam, которое всегда есть в описании к видео. И получили уведомление, увидели то, что я играю, то, что я их зову поиграть вместе со мной, зашли. Сейчас они на видео. Ребята, аккуратно, будьте аккуратны. Впереди враг. А в Монтагю враг, ребята, в Монтагю. Давайте поменим музыку по звуке. Вау-вау-вау-вау. Вау-вау-вау, сколько там людей-то? Минус зомби. Ну-ка. Ну-ка, реп, спасибо. Ух, как вставил, это неплохо, это так. Так, у нас там еще есть две машины, две. Ребята, там есть две машины, это значит, что мы сейчас можем спокойно так поехать заправиться. Все, молекула бежит, старается, все, она успела, замечательно. Все, едем, смотри, едем мы на остров с бункером, там есть со стороны... разрушенного корабля дом с турелями. Я когда переплывал на бункер, заметил этот дом. Но сервер сам по себе такой интересный, неплохой. Ребята с удовольствием сюда зашли, с удовольствием тут развивались. Это очень радует. Вообще, у парня там базука вообще. Аллаху Акбар. Сильно близко не подъезжай, потому что, ну, все-таки там турели. И они, скорее всего... Да, они активированы, там зеленые цвета горят. Сколько там турелей? Не заезжайте только в воду. Молодцы. Да, замечательный транспорт, может ездить по воде. Плыть по воде. Но смотри, у всех просвечиваются ноги или что это? Да, это ноги у нас или бензопилы. Скорее бензопилы. Так. Давай строимся тут. Подготавливаемся. Молекула может прописать ТПА, но она что-то не пишет. Очень странный человек. Вау. Твою мать. И что теперь делать?
осталось всего? Всего-то несколько турелей. Блин, как это эпично, ребята. А все, у меня ракеты закончились. Так, можно поработать с М-ки. Блин, как же громко, как же по ушам бьет. Я это... А я не пробиваю, видимо. Опа, опа, опа. О, подгонщик такой хороший. Подгонщик очень хороший. А, кому дать патронов? Подойди ко мне. Подойди к Теспе, я дам патронов. Не тратишки, Глум? Ребят, там вижу термофан. Наверняка тут есть какой-то платный китстарт с вот этими вот пушками. Они просто писали китстарты и все время турель заряжали. Ставили такую вот турельку и заряжали ее вот этой пушкой, чтобы она всех мочила. А действительно, на сносе так нормально. Если попадет в голову, то это ваншот. Так, ребята, ну мы все залутали, да, тут? Можем отправляться дальше. Давайте добежим до военки, посмотрим, что у нас там. Наверняка там тоже что-то будет интересное. Просто проедемся, посмотрим, есть ли у нас кто-нибудь на военной базе. Слышали выстрел? Тимбервульф. Так, только неизвестно, кто там стреляет. Ребята, это вроде бы не мы стреляем, это по нам стреляют. Кто с Тимбервульфа стрелял? Так, что за херня? Так, минус парень, который обнаглел. По кому так валят? Попасть не можете? Вроде бы разобрались. Так, у нас там какие-то перестрелки убивают. Наверняка убивают зомби. Вряд ли там игроки, мы бы уже заметили их. А, ну понятно. Зарыдили. А, зарыдили его. Ну да ладно, бывает, и такое случается. Выживший при... Не убивайте его, не убивайте, не убиваем. Мы тебя не трогаем. Убери ствол, или мы тебя просто сольем. Выкидывай оружие, быстрее. Выкидывай на землю. На землю. Нас очень много. Кто тебя учил водить? Вот это вопрос. Ладно, едем дальше. Стоять, стоять. Не надо давить его, не надо давить. Забирайся сюда. Теперь ложись. Теперь ложись. В центре ложись и не двигайся. Ложись и не двигайся. Не двигайся. А, ну вниз не упади. Вау, подожди. Что это было? Что это было, тыпа? Смотрите, они убьют свиней или нет? Ваши ставки убьют или нет? Смотри, он прицелился уверенно так. Смотри, не убивает. Ребята, вы любите животных? Животных, меня это очень радует. Так, давайте... Ребят, давайте в кафешке соберемся. Опа, это мой Maple Strike, спасибо тебе большое. Ну, на этом мы уже заканчиваем. Ой-ой-ой, стреляют, стреляют, ребята, заканчиваю. По мне стреляли, у меня 30 хп. Так. Так, давай мы будем аккуратно. Заканчиваем, говорю, ну. Не дают нам закончить. Да, парень прятался за деревом, что дерево ему не помогло, видимо. Так, ну я могу... Все, минус. Это минус у нас был, и мы сейчас заценим, что у него было по луту. Чего он мне так хорошо-то? С Maple Strike.
Ну да, неплохо. Так, пошлите обратно в кафешечку и там уже закончим. Хотя, мы все сюда прибежали. Мы очень хорошо поиграли вместе. Спасибо всем, кто пришел. Мне было очень приятно. Спасибо за просмотр. Удачи и до скорых встреч. Попрощайтесь, ребята. Пока!